Выставка работ учеников и педагогов Барановичской детской художественной школы искусств открылась в декабре в областном центре Брещины. Экспозицию на своих площадях разместил художественный музей. Именно она закрывает здесь цикл выставок так называемого «Года молодого художника». Для нашего музея это итоговая выставка. Заканчивается выставочный сезон 2018 года. И мы объявили этот год «Года молодого художника». Почему именно молодых художников, почему именно этому мы уделяем внимание? Это попытка проанализировать уровень развития изобразительного искусства на Брещине вот на сегодняшний день. Потому что многие большие мастера уже ушли из жизни. Сейчас уже достаточно возрастной состав художников Брестской областной организации. И нам было просто интересно посмотреть, кто же придет на смену вот ближайшие 5-10 лет. Поэтому мы вот такое внимание уделили молодым ребятам. И обнадеживает, очень обнадеживает эти выставки. Каждая картина на экспозиции – это отдельный рассказ, будь то романтический пейзаж, ароматный натюрморт, портрет, исторические или фантазийные зарисовки. Подробнее о работах в рамках торжественной церемонии открытия рассказал директор детской художественной школы города Барановичи Анатолий Лобковский. Мы привезли на выставу работы детей детской мастацкой школы города Барановичи и их выкладчиков. Это первая выстава нового за нашу историю школы, когда мы выставляемся разом. Звичайно, мы никогда не взвешиваем выставу детские працы и выкладчиков, але на этот раз все ж таки треба показать выкладчиков, бо без выкладчиков не існує ніякий коллектив и ніякого результата и ніякої школы не існує. Тому работы выкладчиков все вельми разные, выкладчики разные сами по себе, по своей творчести, это и люди, которые работают у скульптуры, у графики, у аллейном живопису и так само в акварели. Первые посетители выставки – представители творческой братии региона, своих эмоций и впечатлений от увиденного не скрывают. Барановичи поражает своим разнообразием работ, разнообразием красок, техники, уровень достаточно высокий. Я сам участник многих международных пленаров, очень много был за рубежом, видел, как работают зарубежные наши коллеги. И я точно могу сказать, вот с уверенностью могу сказать, что наши белорусские художники в этом плане, конечно, сильны и лидируют. Для тех, кто пока не успел ознакомиться с работами, сообщаем, время еще есть. Экспозиция будет находиться в Большом и Малом залах художественного музея почти до конца февраля по 20 число включительно.